Давайте подумаем сейчас о разбойнике на кресте и о том, как много он сделал для своего спасения. Я не могу дождаться дня, когда найду этого парня, чтобы спросить у него, как это тебе удалось. Ведь ты проклинал его вместе со своим другом. Ты никогда не был на изучении Библии, ты не был крещен, ты ничего не знал о членстве в церкви, и все же, ты здесь. Ты здесь. Как тебе это удалось? Вот что должно быть сказал ангел. Слушай, что ты здесь делаешь? Я не знаю. То есть, как это ты не знаешь? Ну, потому что я не знаю. Ну, извини, мне нужно позвать моего начальника. И он возвращается вместе с начальником. Итак, у нас к тебе всего лишь несколько вопросов. Прежде всего, ясно ли ты понимаешь доктрину оправдания верой? Он ответил, парни, я никогда не слышал об этом в своей жизни. А как насчет доктрины Описания? Этот парень просто уставился на них. И в конце концов, разочарованный ангел спросил, на каком основании ты здесь? И разбойник ответил, «Человек на кресте посредине сказал, что я могу прийти». И это единственный правильный ответ. Если я не буду проповедовать Евангелие самому себе весь день и каждый день, то я обнаружу, что начинаю доверять себе, доверять своему опыту, который является частью моей падшей человеческой природы.